март на дворе, нам немного скучно, и мы такие, а давай путешествовать. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right. Мы к вам приехали ночам. На примете у нас было три города – Ханко, Котка и Фискарс. Но так как в этот день было очень ветрено, мы выбрали тот, который не на берегу моря. Короче, мы по пути заехали покушать и поедем в наше место назначения. Вот наши еще друзья едут, которых мы подбили на авантюру просто выехать и поехать отдыхать. А моя дочь все время беспокоилась о том, чтобы я не забыл камеру. На пути из Хельсинки в Фискарс одним из испытаний стал поиск еды. В Финляндии в маленьких городах все работает с понедельника по пятницу до 4 часов. Суббота-воскресенье – выходной. Если хотите перекусить, ищите что-то на главной трассе. По пути. По пути попили кофе, по пути встретили закат, даже увидели пару оленей, но все из машины так быстро, что не успели просто достать камеру и их заснять. А еще по пути услышали, как Мариэлла учится петь. Да-да, это ее самая любимая песня. Итак, пока мы едем, расскажу вам немножко о финской компании Fiskars. Это признанный во всем мире лидер по производству инструментов садового инвентаря и товаров для рукоделия. И вот мы там, где этот бизнес был основан. Приехали мы, короче, Fiskars. Fiskars, как Вискас, да? Fiskars, Вискас. Мы как раз в такое время... Закат, закат, солнышко, закат. Какая-то лесопилка. Мариэлла захотела походить по снегу. Еще Мариэлла любит горки. Это мы очень любим. Если вы сюда будете собираться ехать, то здесь вокруг лес. Поэтому солнце садится еще быстрее. То есть закат вроде бы продолжается, но его здесь нету. Друзья, здесь есть площадка для детей. Очень удобно. Но здесь все продумано. Прямо возле площадки теплый туалет, друзья, в Фискарсе. Очень круто. Есть горки для маленьких детей. Есть песочница и игрушки. Качели и карусель. Есть вот такая вот прикольная карусель-пружинка и большой корабль с разными штучками, аттракционами. В общем, как вы поняли, сделать так, чтобы дети устали и уснули, будет не проблема. Есть небольшой аттракцион для взрослых, что ли. Так как отдых у родителей, а особенно у мам, это тема из области фантастики, следующие кадры будут в режиме мультяшек. Мне хорошо. Дети заняты, все накормлены. Мама может отдохнуть. Мама, мы идем к тебе. Нет! Мама, мы к тебе не пойдем. Отлично! Пока! Так здорово, что несмотря на то, есть у тебя отпуск или нет, ты можешь просто взять машину, поехать на 2 часа в новое место и провести их с самыми близкими людьми.
В общем, здесь есть практически все, ну как практически все, наверное, для отдыха с семьей. Здесь есть и кафешки, и детская площадка, здесь есть и магазин обычный, здесь есть и отели. И, в общем, есть где развернуться. Летом, скорее всего, мы сюда вернемся и сделаем еще один влог, еще одно видео отсюда. В холодное время года жизнь в Фискарсе как будто бы замирает. Но с наступлением лета это туристическое место начинает бурлить жизнью. Одно из преимуществ здесь – это то, что вокруг леса, горы. И сейчас в Хельсинки, там, где мы живем, там дует очень страшный ветер, но здесь очень тихо. То есть, как вы поняли, ну, с ветром здесь проблем не должно быть. Понятно, что теплые вещи нужно тоже брать с собой. Грязная. Я кокосики взяла. Ты кокосики взяла? Молодец, дочь. Приедем сюда еще? Ну, если ну, летом прикольно будет, если еще тепло будет, то прикольно будет. Пока, уточка. Деревня Фискарс похожа на учебник по истории финской промышленности. Здесь можно увидеть старые механизмы, которые когда-то использовались в производстве, старинную печь для общих керамики, мельницы и многое другое. Но обо всем этом мы расскажем в следующий раз, летом.